Пересвет. В честь легендарного богатыря носит свое название современные тепловозы серии 2Т-25КМ. 8 новых локомотивов поступили в Ульяновское железнодорожное депо. Они будут служить для перевозки грузов. Составы совсем новые. В качестве даты постройки на них отмечен май этого года. Тепловоз заменит депо устаревшей модели локомотивов, которые выработали свой срок эксплуатации. Они отличаются большей мощностью и грузоподъемностью. Вместе с тем тепловозы тратят меньше топлива. Эти тепловозы более современные, те можно назвать тепловозами аналогом, а это как назвать цифровые тепловозы. Все, электроника, компьютеры стоят, уже аналогов приборов и приборов безопасности очень мало. В основном вся электроника идет. Машинисты депо прошли переобучение для работы на пересветах. Работать на них значительно комфортнее. Кабины оборудованы кондиционером. Есть даже микроволновка, чтобы разогреть обед. А мягкие и удобные кресла, кстати, сделаны на ульяновском предприятии. Улучшенные условия труда включают в себя и большее внимание к вопросам безопасности. Там и камера установлена, и регламент переговоров, в котором можно будет записываться. Видно будет ошибки и локомотивной бригады, и вопрос, если сказать, что на сегодняшний день и ремонтный персонал, который будет ремонтировать, более удобный для ремонта, ремонтопригодный, чем старая серия локомотивов была. Новые локомотивы будут перевозить грузы от Инзии до Кондрово, в Башкирии. 8 новых составов – это далеко не все, что область получит в этом году. До конца года планируется общее количество новых тепловозов 20, которые прибудут в Ульяновск. В прошлом году была завершена программа обновления парка тепловозов для пассажирских поездов и составов. Кроме этого, мы получили в регион около 30 новых современных вагонов дальнего следования. В следующем году замена локомотивов продолжится. Планируется, что Ульяновское депо получит не менее 20 тепловозов. Кроме того, будут меняться локомотивы маневрового парка. Егор Титов, Александр Кудряшов, новости дня, Ульяновская правда.